Муниципалитет подвел итоги аукциона по благоустройству заключительного участка бульвара от маршала Еременко до первой продольной магистрали вдоль улицы Титова по нечетной стороне. До конца года подрядчики приведут в порядок участок бульварной зоны в границах многоквартирных домов номер 1-3. Работы выполнят в рамках рекпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Учитывая протяженность зеленой зоны, комплексную реконструкцию бульвара ведут в несколько этапов. В прошлом году компания-исполнитель привела в порядок первый участок от Малого проспекта Ленина до улицы Таращанцев. Здесь смонтировали систему освещения и автоматический полив, уложили новое покрытие, установили парковую мебель и высадили растения и деревья. В этом году реконструкцию ведут на двух участках в границах. От Малого проспекта Ленина до первой продольной магистрали и от улицы Маршала Еременко до улицы Титова, 5. На территории обновили брусчатку на площади 5500 квадратных метров, смонтировали свыше 40 фонарей, высадили около 600 растений. Уход за насаждениями обеспечит новый водопровод протяженностью более 1600 погонных метров. На завершающем этапе рабочие установят скамейки и урны. Специалисты компании-подрядчика уже несколько лет благоустраивают дворовые территории, общественные пространства и обновляют улично-дорожную сеть в разных районах города. Организация зарекомендовала себя как добросовестный исполнитель, выполняя все взятые на себя обязательства, в том числе гарантийное сопровождение сданных объектов. Согласно проекту, на заключительном участке в этом году компании предстоит обновить тротуар на площади 900 квадратных метров, смонтировать систему полива, дополнительно озеленить территорию. Кроме бульварной зоны по улице Титова, до конца этого года в Краснооктябрьском районе власти приведут в порядок 6 дорожных объектов, 3 дворовые территории, преобразят парк в поселке Металлургов.